Здравствуйте. С Давидом мы познакомились 18 апреля, и с того времени у нас прошло 11 сеансов лечения. С тех пор у нас произошло много интересных изменений. Во-первых, ребенок стал лучше нас понимать. Например, вот если ему говоришь «куб-куб», он сразу бежит в ванную, сам открывает дверь, начинает стягивать с себя штанишки, пытаться стягивать, еще раздеваться не умеет, но все же уже понимает, что сейчас будет купаться. Или, например, говоришь «Глеб, будешь пить?», и он бежит на кухню, сам берет свою кружечку, подает кружку и ждет уже, и ждет, смотрит, ну, то есть тоже соглашается, что будет пить. Потом очень много звуков стал произносить, слов пока не говорит, но звуков очень много новых, похожие на слова, возможно, даже ням-ням говорит, ну, что-то такое приближенное к ням-ням. Потом что еще интересного? Он, например, если мы приходим кому-то в гости или в чужое помещение, он уже не плачет, он спокойно, но, правда, меня не отпускает, но все же он спокойно, более спокойно себя ведет в чужом помещении, в чужом месте или вообще в помещении. Лучше стал играть с игрушками, более усидчиво так играет, например, научился нанизывать бусины деревянные на шнурок, потом мозаику кропотливо так втыкает в дырочку. Ну, в общем, много таких вот, ну, таких небольших, но очень таких интересных изменений происходит. Каждый день что-то новое происходит. Несколько раз он пытался, ну, не пытался, а просился прям на горшочек, но почему-то это делает не каждый день пока. Ну, я думаю, очень скоро он уже будет проситься, я так думаю. Ну, вот такие вот у нас радостные события. Надеюсь, что дальше еще будет все более успешно, будет лучше нас понимать, начнет разговаривать. Спасибо, Давид, что уделяете нам время. Всем удачи, спасибо большое, до свидания.